На набережной реки Иртыш разбросаны мешки с песком. Видео с такой картиной в нашу редакцию отправил один из телезрителей. Как выяснилось, мешки лежат на том месте, где недавно работал российский дельфинарий. Судя по всему, предприниматели, которые работали здесь в течение 2 месяцев, забыли убрать с собой мусор. Однако руководитель коммунального отдела заверил, что причин для беспокойства нет. Мешки были оставлены целенаправленно. Песок будет использован для различных работ предприятием «Синий водоканал». По словам руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Амантая Утильбаева, набережная Иртыша будет приведена в порядок в течение нескольких дней.